привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня вместе с томатами дегустирую и огурцы по просьбе зрителей. И следующий огурец, который попадет ко мне на стол, будет огурец директор. До этого был зазуля и изумрудные сережки. Надеюсь, вот после моих дегустаций вы определитесь, какой огурец самый лучший. Огурец директор, в отличие от зазули, это совсем другое. Если про зазулю, вот я говорила, что он хоть сколько висит, вот до таких размеров, видите, 25-30 сантиметров в длину, у него семечек почти нет, и он не старится, но его сложно затолкать в баночку, то вот все вот это вот остальное, вся эта куча мала, конечно, она состоит из мелкобугорчатых, из маленьких огурчиков, которые специально выращиваем для консервирования. Зазули мне нужно мало, только для салатов. Большинство сортов все-таки останавливаем выбор на вот таких. Вот это вот директор. И если делать дегустацию, конечно, я выбрала молодой огурец, потому что ведь для еды мы берем молодые огурцы. И если бы я попробовала вот такой вот, который уже большой и, можно сказать, старичок, для засолки, да, они еще подойдут. И то многие даже для засолки. Но я, если честно, упустила маленько. Надо было на день раньше снимать. Для еды мы выбираем такие. Дегустировать буду его. Минутку, сейчас прожую. Знаете, какая разница? Вот тот огурец я зазулю ела. Он прям, у него вкус тепличного огурца, да, он вкусный, ароматный, но почему-то другой. А вот этот вот директор я начала есть, у него вкус вот этих грунтовых деревенских огурчиков, такой вот. Я не знаю, просили попробовать толщину кожицы. Как ее определять, я не знаю, я ем и ем. Кожица как кожица. Я, наверное, не умею дегустировать огурцы. Единственное, что я могу сказать, подождите. Мне нужно его просто попробовать в консервации. Тогда я вам скажу, вкусный он, невкусный, сохраняет он форму, хрустит, не хрустит. Потому что, я признаюсь честно, я на салаты вот эти не использую. Я каждый год сею, выращиваю, режу всегда зазулю. Он все равно как-то, он сладковатый, он мягкий, более нежный. И если вот в общей массе, как я жевала, то да, по сравнению с зазулей, тверже корочка. Но это и ясно, что вот эти сорта, они же все-таки, наверное, для консервирования. Короче, директор выращиваю первый раз. Ничего толком вам я сказать сильно не могу. Семени нет. Но, опять же, когда они вырастают, они становятся вот такими. Вот такой, конечно, в салат уже не порежешь. Мне его кушать уже не хочется. Я его, ему место определила для консервации. Все. Дегустация очень короткая и, наверное, бессмысленная. Извините.